Очередной матч в чемпионате страны «Рубин» сыграет со «Спартаком» на выезде. Последние встречи этих команд в Лужниках удачно складывались для казанцев. Из 4 поединков «Рубин» выиграл 3, и лишь в прошлом году красно-белым удалось зацепить ничью. В том матче наша команда владела ощутимым преимуществом, однако «Спартак», несмотря на серьезные потери в составе, выстоял и не позволил казанцам набрать 3 очка. Следующий поединок между этими командами состоялся 16 октября прошлого года. Тогда казанцы полностью подавили соперника и одержали убедительную победу благодаря голам Нобуа, Рязанцева и Надха. Многие болельщики и специалисты до сих пор считают ту встречу одной из лучших для «Рубина» в этом чемпионате по качеству игры. Последний матч этих команд состоялся на Центральном 5 марта, однако назвать тот поединок зрелищным можно едва ли. Какие-то выводы делать чисто футбольные по сегодняшней игре, я думаю, не стоит ни по кому. Сегодня футбола было мало, было больше похоже на регби было. Казанцы первыми открыли счет благодаря точному удару Романа Шаронова и имели все шансы удвоить преимущество, однако не реализовали свои возможности. «Спартак» же отнесся к моментам бережнее и усилиями именики счет сравнял. После этого матча в чемпионате красно-белые набрали 7 очков и вышли на третье место, однако не все болельщики довольны текущим положением дел. Виной тому является нестабильная игра «Спартака», прежде всего в защите. Неорганизованные действия красно-белых в обороне были и остаются главной проблемой команды Карпина. К тому же в матче с «Рубином» москвичи не смогут рассчитывать на целую группу травмированных игроков. К Диканю, Велетуну, Белилетдинову, Паршевлюку и Дезеову после победы над Кубанью добавился Кирилл Камбаров. Один из главных козырей «Спартака» — хороший подбор футболистов в линии атаки. Постепенно набирает форму Эйден Магиди, а Именики и Дзюба составляют неплохой тандем в нападении. Предлагаем вам состав красно-белых по версии нашего канала. Место в воротах займет Ребров. В обороне выйдут Дмитрий Камбаров, Сухи, Пареха, Макеев. Пару опорных составят Брызгалов и Кариока. На флангах сыграют Магиди и Ари, а Дзюба и Именики составят тандем нападающих. У «Рубина» в матче с Ростовом травмы получили Калешин и Касаев. Также непонятно, будет ли здоров к поединку со «Спартаком» Дидюн. Предлагаем состав казанцев на этот матч. Сергей Рыжиков в воротах. В защите сыграют Ансалди, Бакетти, Навас и Кузьмин. Тройку центральных оббегов составят Надха, Рязанцев и Роман Еременко. В линии атаки, скорее всего, выйдут Карадениз, Вальдес и Давыдов. Матч между «Рубином» и «Спартаком» состоится в воскресенье в 16:15. Будем надеяться, что наша команда одержит победу и вплотную приблизится ко второй строчке в турнирной таблице.